Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие подписчики канала Аюрведа, канал о вкусной и здоровой пище. Итак, сегодня 14 ноября, четверг, и я приветствую вас на канале Аюрведа. Рубрика «Бхагавадгита, как она есть». Бхагавадгита. Мы читаем Бхагавадгиту. Шри Шриматачи Бхактивиданта с вами Прабхупада, ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны, перевод и комментарии. Перед изучением Бхагавадгиты давайте прочитаем основные молитвы. Ома Гьянати Миран Хасья, Гьянаджана Шалакая, Чикшурун Миритам Яна, Тасмай Шри Гураве Нама. Шри Чайтанья Манопьиштам, Стапитам Яна Путали, Своям Рупах Кадамахьям, Тадатисва Падантикам, Вандехам Шри Гурох Шри Ютапада Камалам, Шри Гурун Вайшнавамща, Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунат Ханвитам Там, Садживам Садвайтам Саватхутам Паричана Сахитам, Кришна Чайтанья Девам, Ширадха Кришна Падан, Сахагана Лалита, Шри Вишак Ханвитам Шича. Хе Кришна Каруна Синха Динабан Ходжагарпате, Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намастуте. Татта Канчана Гуранги Радхи Вриндаванешвари, Влишипхану Сути Деви Пранамами Хари Бри. Ванчакалпа Трубьяшчи Крипа Синхупья Ивача, Патитанам Паванепхи, Вашнавепхи, Намо Намаха. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитинанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, Бхагавадгита, как она есть. Ачхи Бхактивиданта с вами Прабхупада. Ачарья, основатель Международного общества сознания Кришны, перевод и комментарии. Вот у меня здесь на заднем плане стоит Прабхупада. Итак, продолжаем дальше читать Бхагавадгиту. Вселенская форма, глава 11, текст 16. Аника Бахудара Вактранитрам Пашьями Твам Сарвату Нантарупам Нантам Намат Ямна Пуна Ставадим Пашьями Вишвишвара Вишварупа Аника Бахудара Вактранитрам Пашьями Твам Сарвату Нантарупам Нантам Намат Ямна Пуна Ставадим Пашьями Вишвешвара Вишварупа, Анека Бахудара Вактранитрам, Пашьями Твам Сарвату Нантарупам, Нантам Намадхем Напуна Ставадим, Пашьями Вишвешвара Вишварупа, Анека – много, Баху – руки, Удара – животы, Вактра – рты, Нетрам – глаза, Пашьями – я вижу, Твам, тебя, сарватах, со всех сторон, антарупам, антарупам, безграничная форма, нантам, нет конца, намадхьям, нет середины, напунах, нет и, тава, твой, адим, начало, пашьями, я вижу, вишва, ишвара, о Господь Вселенной, вишварупа, в форме Вселенной. О, властитель Вселенной, о, вселенская форма, я вижу в твоем теле много-много рук, чрев, ртов, глаз, простирающихся повсюду без предела. Тебе нет конца, нет середины и нет начала. Комментарий. Кришна – верховная божественная личность, и он безграничен. Через него можно увидеть все сущее. Текст 17. Киритинам, Гандинам, Чакринам, Чам, Тиджурашим, Сарвату, Диптимантам, Пашьямитвам, Дурнирикшьям, Самантат, Диптаналарка, Дьютим, Апрамием.
Киритинам, Гадинам, Чакринам, Ча, Тиджорашим, Сарвату, Диптимантам, Пашьямитвам, Дурни Рикшьям, Самантат, Диптаналарка, Дьютим Апрамиям, Киритинам, Гадинам, Чакринам, Ча, Тиджорашим, Сарвату, Диптимантам, Пашьямитвам, Дурни Рикшьям, Самантат, Диптаналарка, Дьютим Апрамиям, Киритинам со шлемами, Гадинам с жезлами, Чакринам с дисками, Ча и Тиджах Рашим, сияние, Сарватах во все стороны, Диптимантам, сверкающий, Пашьями, я вижу, Твам, тебя, Дурнирикшьям, трудно видеть, Самантат, повсюду, Дипта Анала, пылающий костер, Арка, солнце, Дьютим, солнечное сияние, Апрамиям, неизмеримый. Твою форму трудно видеть из-за ослепительного сияния, исходящего от нее во все стороны, подобно пылающему костру или безмерному блеску солнца. Тем не менее, я вижу эту сияющую форму повсюду, увенчанную коронами и с булавами и дисками в руках. Текст 18. Твам акшарам парамам видитавьям, твам асья вишвасья парам нитханам, твам авьяяк шашвата дхарма гупта санатанас, твам пурушу матоми, твам акшарам парамам видитавьям, твам асья вишвасья парам нитханам, твам авьяяк шашвата дхарма гупта санатанас, твам пурушу матоми. Твам акшарам парамам ведитавьям, твам асья вишвасья парам нитханам, твам авьяяк шашвата дхарма гупта санатанас, твам пурушу матоми. Твам, ты, акшарам, непогрешимый, парамам, высший, ведитавьям, быть понятым, твам, ты, асья, этого, вишвасья, вселенной, парам, высший, нитханам, основа, твам, ты, авьяях, неисчерпаемый, сашвата дхарма гупта, поддерживающий вечную религию, санатанах, вечный, твам, ты, пурушах, высшая личность, матахме, таково мое мнение. Ты – высшая изначальная цель, конечное место успокоения всей этой вселенной. Ты неисчерпаем, и ты старейший. Ты – божественная личность, и ты поддерживаешь вечную религию. Так я думаю. Текст 19. Анади матхьянтам ананта вирьям, ананта бахум шаши сурья нитрам, пашьями твам диптаху таша вактрам, сватиджаса вишвам идам тапантам. Анади матхьянтам ананта вирьям, ананта бахум шаши сурья нетрам, пашьями твам диптаху таша вактрам, сватиджаса вишвам идам тапантам. Анади матхьянтам ананта вирьям, ананта бахум шаши сурья нетрам, пашьями твам диптаху таша вактрам, сватиджаса вишвам идам тапантам. Анади без начала, матхья без середины, антам без конца, ананта безграничный, вирьям великолепие, ананта безграничный, бахум руки, шаши луна, сурья и солнце, нетрам глаза, пашьями я вижу, твам тебя, дипта сияя, хуташа вактрам огонь, исходящий из твоих уст, сва тиджаса твоим сиянием, вишвам это вселенная, хидам это тапантам сжигая. Ты без начала, середины и конца, твоя слава беспредельна, у тебя бесчисленное количество рук, а солнце и луна – твои глаза. Я вижу, как ты изрыгаешь пламя и сжигаешь всю эту вселенную своим собственным сиянием. Комментарий. Нет предела великолепию Верховной Божественной Личности. В этих стихах, как и во многих других, встречаются повторения. Однако, согласно шастрам, многократное повторение слов, воспевающих достоинство Кришны, не есть свидетельство литературной недоработки. Там сказано, что в состоянии великого смущения, удивления или экстаза те же самые речи могут произноситься снова и снова, и это не является недостатком. Текст 20.
Зяфа притхи, вьоридаманта рамхи, вьяптам твоя, икена дишаща сарвах, дриштват пхутам, рупам уграм, таведам, локатраям, правьятхитам, махатман. Зяв а притхи, вьор идам антарамхи, вьяптам твоя, икена дишаща сарвах, дриштват пхутам, рупам уграм, таведам, локатраям, правьятхитам, махатман. Зяфа притхи, вьор идам антарамхи, вьяптам твоя, икена дишаща сарвах, дриштват пхутам, рупам уграм, таведам, локатраям, правьятхитам, махатман. Дьяу – от внешнего пространства, а притхивьох – до земли, хидам – это антарам – между, хи – непременно, вьяптам – проникнуто, твоя – тобой, икена – одним, дишах – направление, ча – и, сарвах – все, дриштва – видя, адбхутам – удивительный, рупам – форма, уграм – ужасный, тава – твой, идам – это, лока – планетная система, троям – три, правьятхитам – приведенные в смятение, махатман – увеликий. Ты один, но заполняешь собой все небо и все планеты, и все пространство между ними. Увеликий, видя эту дивную и ужасную форму, все планетные системы приходят в смятение. Комментарий. Слова «зьяв апритхивьох» – пространство между небесами и землей, и «локатраям» – три мира, имеют большое значение в этом стихе, указывая, что помимо Арджуны вселенскую форму Господа, как оказалось, могли созерцать и другие живые существа на различных планетных системах. Она не просто привиделась Арджуне. Все, кого Господь наделил божественным зрением, тоже видели вселенскую форму Господа. Текст 21. Амихи твам сурасанха вишанти, кичит китах пранжала йо гринанти, свастити уктвама харши ситха санха, стуванти твам стутипхих пушкалабхих. Амихи твам сурасанха вишанти, кичит пхитах пранжала йо гринанти, свастити уктвама харши ситха санхах, стуванти твам стутипхих пушкалабхих. Амихи твам сурасанха вишанти, кичит пхитах пранжала йо гринанти, свастити уктвама харши ситха санхах, стуванси твам стутипхих пушкалабхи. Ами – все те, хи – непременно, твам – тебя, сурасанхах – группа полубогов, вишанси – входят, кичит – некоторые из них, пхитах – из страха, пранжалаях – со сложенными руками, гринанси – возносят молитвы, свасти – мира, ити – таким образом, уктва – говоря, Махариши – великие мудрецы, ситха-сангхах – совершенные существа, твам – тебе, стутипхих – с молитвами, пушкалабхих – ведические гимны. Все сунмы полубогов вручают себя тебе и входят в тебя. Некоторые из них, очень испуганные, сложив руки, возносят молитвы. Сунмы великих мудрецов и совершенных существ, восклицая «Мира! Мира!», молятся тебе, распевая ведические гимны. Комментарий. Полубоги во всех планетных системах пришли в смятение от ужасающего вида вселенской формы и ее ослепительного сияния и стали молить о защите. Текст 22. Рудрадитья васавые часатхья вишвешвинау марутащучушма пашча ганхарва якшасура ситхасанха викшанситвам висмитащай васарве. Рудра дитья васавые часантхья, вишвешвинау маруташ чушма пашча, гандхарва якшасура ситха санха, викшанситвам висмитащай васарви. Рудра дитья васавые часантхья, вишвешвинау маруташ чушма
Мапашча, Гандхарва Якша Сура, Ситха Санха, Викшанситвам, Висмиташча и Васарви. Рудра, проявление Господа Шивы, Адитьях, Адити, Васавах, Васу, Е, Сете, Садхьях, Садхи, Вишве, Вишвидевы, Ашвинау, Ашвини Кумары, Марутах, Маруты, Ча и Ушмапах, Праотцы, Ча и Ганхарва, Ганхарвы, Якша, Якши, Асура, Демоны, Ситха и совершенные полубоги, Сангхах, Собрание, Викшанти, Видят, Твам, Тебя, Висметах, В удивлении, Ча, Также, Эва, Непременно, Сарве, Все. Все различные проявления Господа Шивы, Адити, Васу, Садхи, Вишведевы, оба Ашвина, Маруты, предки, Ганхарвы, Якши, Асуры и исполненные совершенства полубоги взирают на тебя в изумлении. Текст 23. Рупам махати баху вактра нетрам, маха баху 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 рупадам, баху дарам баху дам штра каралам, дриштва луках правьят хита стадхахам. Рупам махати баху вактра нетрам, маха баху 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 рупадам, баху дарам баху дам штра каралам, дриштва луках правьят хита стадхахам. Рупам махати баху вактра нетрам, маха баху 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 рупадам, баху дарам баху дам штра каралам, дриштва луках правьят хита стадхахам. Рупам, форма, махат, очень великая, те, тебя, баху, много, вактра, лица, нетрам и глаза, махабаху, о сильнорукие, баху, много, баху, руки, уру, бедра, падам, ноги, баху дарам, много животов, баху дамштра, много зубов, каралам, ужасный, дриштва, видя, луках, все планеты, Правьятхитах приведены в смятение, Татха подобным же образом, Ахам, Я. О сильноруки, все планеты и их полубоги вергнуты в смятение видом твоей великой формы с ее многими ликами, глазами, руками, бедрами, ногами, чревами и многими устрашающими зубами. Подобно им я тоже прихожу в смятение. Текст 24. Напхах спришам диптамане каварнам, вьятананам диптавишала нетрам, дриштва хитвам правьят хитан тар атма, хритим навин дамишамам чавишну. Напхах спришам диптамане каварнам, вьятананам диптавишала нетрам, дриштва хитвам правьят хитан тар атма, Тритим навин дамишамам чавишну. Напхах спришам диптам анека варнам, вьятананам диптавишала нетрам, дриштва хитвам правьят хитан тар атма, Тритим навин дамишамам чавишну. Напхах спришам, касаясь неба, диптам, сияя, анека, много, варнам, цветов, вьятта, открытые, ананам, рты, дипта, сияющие, вишала, величайший, нетрам, глаза, дриштва, видя, хи, непременно, твам, ты, правьятхита, введенный в смятение, антах, в, атма, душа, критим, твердость, На, не, виндами, я имею, шамам, спокойствие ума, ча, также, вишну, о Господь Вишну. О всепроникающий Вишну, видя тебя, многоцветного и ослепительного, достигающего неба, твои зияющие рты, твои огромные сияющие глаза, я впадаю в страх и смятение, я не способен дольше сохранять спокойствие и равновесие ума. Текст 25. Дамштра карала ничати мукхани, дриштвайва каланала санипхани, дишонаджани на лапхеча шарма, прасида девиша джаган, неваса.
Дамштра карала нича те мукхани, Дриштвай вакала нала санипхани, Дишуна джани налабхеча шарма, Прасида деви шаджаган ниваса. Дамштра карала нича те мукхани, Дриштвай вакала нала санипхани, Дишуна джани налабхеча шарма, Прасида деви шаджаган ниваса. Дамштра зубы. Каралини ужасные, ча также, те твой, мукхани лица, дриштва видя, эва таким образом, кала анала огонь смерти, санипхани как будто, дишах направление, на не, джани я знаю, на не, лабхи я обретаю, ча и шарма милость. Прасида – получить удовольствие. Деваша – о владыка всех владык. Джагат Ниваса – убежище миров. О владыка всех владык, прибежище всех миров, прошу тебя, будь милостив ко мне. Я не могу сохранять равновесие при виде твоих пламенеющих, смертоносных ликов и устрашающих зубов. Я совершенно растерян. Тексты 26-27. Амичат вам тритара штрасья путрах, Сарвесахай вавани паласанхайх, пишмудранах сутапутра статхасау, сахасмади ер апиотха мукхьяйх. Вактрани те тварамана вишанти, дамштракара ланипхаяна кани, кичит вилагна дашанан тарешу, сандришьянти чурнитар уттаманхайх. Амичат вам тритара штрасья путрах, сарвесахай вавани пала санхайх, вишмудранах сутапутра статхасау, сахасмадирар апи йодха мукхьяйх. Вактрани те тварамана вишанти, дамштракара ланипхая на кани, кичит вилагна дашанан тарешу, сандришьянти чурнитар уттаманхайх. Амича твам тритара штрасья путрах, сарвесахай вавани пала сангхайх, вишмудранах сутапутра статхасау, сахасмадиер апийотха мукхьяйх. Вактрани те тварамана вишанти, дамштракара ланипхая на кани, кичит вилагна дашанан тарешу, сандришьянти чурнитар уттаман кайх. Ами эти, ча также, твам, ты, трихтараштрасья, трихтараштры, путрах, сыновья, сарва, все, саха, с, эва, действительно, Аванипала, цари воины, Сангхайх, группы, Пхишмах, Пхишмадева, Друнах, Драначарья, Сутапутрах, Карна, Татха, также, Асау, что, Саха, С, Асмадияйх, наш, Апи, также, Йодхамукхьяйх, главный среди воинов, Вактрани, рты, те, твои, твараманах, устремляются, Вишанти, входят, Дамштра, зубы, каралани, ужасный, пхайнакани, очень страшный, кичит, некоторые из них, вилагнах, будучи атакованы, дашананта решу, завязают между зубами, сандришьянти, их можно видеть, чурнитайх, с раздавленными, уттама ангайх, головами. Все сыновья Дрихтараштры и цари, сражающиеся на их стороне, а также Пхишма, Дрона, Карна и наши главные воины, устремляются в твои устрашающие зевы. И я вижу, как головы некоторых, застревая между твоими зубами, сокрушаются ими. Комментарий. Ранее Господь пообещал показать Арджуне нечто интересное, и теперь тот является свидетелем уничтожения предводителей воюющей стороны – Пхишмы, Дроны, Карны и всех сыновей Дрихтараштры, а также его собственных воинов и воинов противника. Это говорит о том, что после гибели почти всех собравшихся на поле битвы Курукшетра Арджуна останется победителем. Здесь также упоминается о том, что Пхишма, который считался непобедимым, будет сокрушен. Также участь ожидает и Карну. Гибель постигнет Пхишму.
Гибель постигнет не только великих воинов, подобных Бхишме, сражающихся на стороне врага, но и некоторых выдающихся соратников Арджуны. Текст 28. Ядханади намбахавом пувегах самудрам эвабхимукха драванти тетхатава минара локавира вишантива ктрани абхивидж валанти. Ядханади намбахавом хувегах самудрам эвабхимукха драванти тетхатава минара локавира вишантива ктрани абхивидж валанти. Ядханади намбахавом хувегах самудрам эвабхимукха драванти тетхатава минара локавира вишантива ктрани абхивидж валанти. Ядха, как, надинам, рек, бахавах, много, амбувигах, волны вод, самудрам, океан, эва, непременно, абхимукхах, по направлению, драванси, скользят, татха, подобным образом, тава, твой, ами, все эти, наралокавирах, цари человеческого общества, вишанти, входят, вактрани, во рты, Абхивидж в Аланте и горят ярким пламенем. Как воды многих рек текут в океан, так и все великие воины входят в твои горящие зевы. Текст 29. Ядха прадип там джвала нам патанга, вишанти наша я самрит хавегах, татхайва наша я вишанти локас, тавапивак трани самрит хавега. Ядха прадип там джвала нам патанга, вишанти наша я самрит хавега, татхайва наша я вишанти локас, тавапивак трани самрит хавега. Ядха прадип там джвала нам патанга, вишанти наша я самрит хавега, татхайва наша я вишанти локас, тавапивак трани самрит хавега. Ядха, как, прадиптам, горящие, джваланам, огонь, патангах, рты, вишанти, входит, нашая, для разрушения, самритха, на полной, вегах, скорости, татха-эва, подобно, нашая, для разрушения, вишанти, входят, луках, все люди, тава, твои, апи, также, вактрани, рты, самритха-вегах, на полной скорости. Я вижу, как все люди устремляются в твои зевы, подобно мотылькам, летящим на огонь, чтобы погибнуть в нем. Текст 30. Лилих я сегра самана сахсам самантал лакан самагран ванданайр джвалап пхих тиджопхир апурья джага самаграм пхасас того грах прата панти вишну. Лилих я сегра саманах самантал, лукан самагран ваданар джвалап пхих, теджобхир апурья джагат самаграм, пхасас того грах прата панти вишну. Лилих я сегра саманах самантал, лукан самагран ваданар джвалап пхих, теджобхир апурья джагат самаграм, пхасас того грах прата панти вишну. Лилих яси, ты облизываешь, грасаманах, поглощать, самантат, со всех сторон, локан, люди, самагран, все, вода на их, ртами, джвалаптхих, горя, тиджопхих, сиянием, апурья, покрывая, джагат, вселенная, самаграм, все, пхасах, лучи, тава, твой, уграх, ужасный, Пратапанти, сжигая, Вишну, о всепроникающий Господь. У Вишну, я вижу, как ты поглощаешь всех людей со всех сторон своими пылающими ртами. Ты покрываешь все вселенные своим сиянием, и сжигающие лучи исходят от тебя. Текст 31. Акьяхиме купхавану грарупо намостути девавара прасида вигатум ичхами пхавантам адьям нахи праджа намитава правритсим. Акьяхиме купхавану грарупо намостути девавара прасида
Вид атум ич хамип хавантам адьям, нахи праджана митава правритсим, Акьяхиме купхаван уграрупо, намастуте двавара прасида, вик атум ич хамип хаван там адьям, нахи праджа намитава правритим. Акьяхи, пожалуйста, объясни, ме, мне, как, кто, хаван, ты, уграрупах, устрашающая форма, намахасту, почтение, те, тебе, Девавара, у великий среди полубогов, просида, будь милостив, вигьятум, знать, ичхами, я желаю, пхавантам, ты, адьям, истины, на, не, хи, непременно, раджанами, я знаю, тава, твоя, правритим, миссия. О, повелитель повелителей, устрашающий своим видом, поведай мне, кто ты есть, я склоняюсь перед тобой с почтением, будь милостив ко мне, ты изначальный Господь, я хочу знать, кто ты и какова твоя миссия. Текст 32. Шри Бхагаван Увача, колос мило, как шаякрит, правритхо, лукан сама, хартумыха, правритах, лети питвам, напхавиш, янси сарве, и вастхитах, пратьяни, кеши йодха. Шри Бхагаван Увача, колос мило, как шаякрит, правритхо, лукан сама, хартумыха, правритах, лети питвам, напхавиш, янси сарве, и вастхитах, пратьяники, шуйотха. Шри Бхагаван Увача, колос мило, как шаякрит, правритхо, лукан сама, хартумыха, правритах, лети питвам, напхавиш, янси сарве, и вастхитах, пратьяники, шуйотха. Шри Бхагаван Увача, божественная личность, сказал, Калах, время, Асми, я есть, Лока, миров, Кшаякрит, разрушитель, Правритхах, великий, Лукан, все люди, Сама Хартум, в разрушении, Иха, в этом мире, Правритах, занятый, Рити, без, кроме как для, Апи, даже, Твам, ты, На, никогда, Пхавишьянси, будет, Сарви, все, Е, кто, Авастхитах, расположенный, Брати Аникешу, на противоположных сторонах, Йодхах, воины. Верховная Божественная Личность сказал, «Я есть время, великий разрушитель миров, и я пришел сюда, чтобы уничтожить всех людей. Кроме вас, пандов, все воины с обеих сторон погибнут». Комментарий. Хотя Арджуна знал, что Кришна – его друг и Верховная Божественная Личность, он был глубоко изумлен многообразными формами, явленными Кришной. Поэтому он хочет узнать об истинном назначении увиденных им сокрушительных сил. В Ведах говорится, что высшая истина разрушает все, даже браманов. В Катхе Упанишад 1.2.25 говорится «Ясья брахмача кшатрам ча, упхе пхавата оданах, мритьюр ясь о пасечи нам». Итха веда ятрасах. В конце концов, все браманы, кшатри и другие люди поглощаются Всевышним Господом. Это форма Кришны, подобно всепожирающему гиганту, и здесь Кришна проявляет себя в образе всепожирающего времени. За исключением нескольких пандов, всем присутствовавшим на поле брани, суждено было быть поглощенными Кришной. Арджуна не был расположен сражаться, и ему казалось, что лучше оставить поле битвы и так избежать разочарования. В ответ Господь говорит, что гибель ожидает каждого из них, даже если он и не станет сражаться, ибо таков его замысел. Если бы Арджуна устранился от битвы, они погибли бы при других обстоятельствах. Им не избегнуть смерти, даже если бы Арджуна не вступил в битву. По существу они были уже мертвы. Время – это разрушение, и по желанию Всевышнего Господа все проявленное должно исчезнуть. Таков закон природы. Так заканчивается текст 32, глава 11, вселенская форма. Благодарю вас за внимание. Хари Кришна.